Встреча Путина и Эрдогана. Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Анкаре. Основная тема переговоров лидеров двух стран – итог референдума в иракском Курдистане. 25 сентября жители иракского Курдистана проголосовали за независимость. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также планируют обсудить турецкий поток. На переговорах в Анкаре зайдет речь и о поставке в Турцию комплексов С-400. Президенты России и Турции рассмотрят также вопрос снятия продуктового эмбарго.